Привет! Вы на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать о суперфункции телефонов с операционной системой Android, которая позволяет зайти в интернет, сидеть в интернете при включенном режиме полета. Как видите, сейчас у меня на телефоне включен режим полета. Такой режим иногда требуется включать, то есть есть некоторое требование, когда нужно включать такой режим, ну, либо если вы сами включили его. И как видите, я захожу, например, в YouTube, это мой канал, выбираем любое видео, и видите, интернета нет. Интернета нет, потому что у нас режим полета, но в Android позволяет включить функцию, при которой можно зайти в интернет и сидеть в интернете при включенном режиме полета. Для этого нам нужен суперкод ввести. Для этого заходим в наборщик номера и вводим команду звездочка, решетка, звездочка, решетка, 46, 36, решетка, звездочка, решетка и еще одна звездочка. Звездочка, решетка, звездочка, решетка, 46, 36, решетка, звездочка, решетка, звездочка. После того, как вы введете последнюю звездочку, вы перейдете в такой режим, такое окно настройки. Далее нам нужно выбрать информацию о телефоне. Один. Нажимаем сюда. Попадаем вот в такое окно. Оно будет, это низ окна. Пролистываем это окно, в которое вы попадете, чуть вниз. И находите мощность радиосигнала. По умолчанию стоит этот флажок, стоит в этом положении. Нам нужно, потянув за этот флажок вправо, перевести вот в такое состояние, чтобы мощность радиосигнала флажок был здесь. После этого, после того, как вы это сделаете, вы сможете зайти в интернет, будучи в режиме полета. Проверьте это на своем телефоне, обязательно сработает. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.